Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импал, да, мы возвращаемся в Jurassic World, и у нас тут сегодня будет серия вообще турниров бешеных просто. У нас тут сегодня есть дофига вообще всяких турниров, у меня даже глаза разбежались. Короче, есть набор монеты вон. Могучие деньги. Потом океане. Набор есть. Супер редкий уровень 10. Ну вот так вот. И потом у нас еще появился турнир. Вот. Вот это вот динозавр водоплавающего. Да. За него мы поборемся. Давайте сначала зайдем сюда. Хотя не. Вот это вот я выполнять не буду. Тем более тут еще вот усиление. Тут у меня редкий, слабый. Я лучше сразу в турнир. И мы сейчас начнем. У меня, кстати, качество получше стало. Не, это лига детеныш, так? Для лиги соответствующие бойцы или нет? Короче, начну со своих мощных, пусть обосрутся. Интересно, кого мне предоставят? Слабаки. Чё-то мне кажется, я зря таких силачей-то поставил. Да тем более еще троих против такого. Ой, говна. Ух. У меня даже график, смотрите, какая стала. Ну чё, ходить будешь? Он еще испугался. На. Он в шоке просто. Он охренел, когда увидел тираннозавра 33 уровня. Он уже боится. И чё, думаешь, твой алозавр тебя спасет? Ой, какой поступок. Ну ладно, пока. Вот это я, конечно, жесть. Вот это я маханул. Он в глубине души прекрасно знает, что он проиграл. Поэтому просто сгрызем. Наверное, он охренел. Ведь впервые увидишь такого свирепого тираннозавра 33 уровня. Так, вот мы уже вышли сразу же на 47 место, да, мы вошли даже в хорошую лигу, да, выросли. Сразу резко, быстро, сильно выросли. Блин, что-то у меня игра лагать, правда, стала немножко, ну... Ладно, пофиг. Так, сейчас у меня вот ускорить эволюции будет. Что дальше? Мы сделаем, а давайте-ка вот так сходим в турнир весело. Кстати, надо будет нам тираннозавра покормить, точно, я же забыл, то что мы пытаемся сделать индоминус рекса.
Ну что ж. Приветствую тебя, дорогой друг. Давай нанесу тебе первый удар, чтоб тебя убить. На тебе по щам. Ой. Напугал просто пипец. Ты видел, кто за мной там стоит дальше? Два гибрида, ты это видел? А ты меня тут какой-то визжалкой убить пытаешься. Ой, убили! Пипец. На. И вали. Окей, пока. Может быть, надо было просто на велоцираптора ставить. Элементарно. Так, теперь я в охотнике 68 место занял. Какой быстрый рост. О, о, дайте, дайте, дайте ту. Блин. Так близко. Так близко было. Это ж просто жесть. За это... Ой, не знаю. Лайк, что ли, поставить? Я почти выбил, это ж охренеть просто. Гол тут еще победил. Охренеть, почти выпал этот набор. Почти, я охреневаю. Что-то это значит. Оба-на. Здорово, братиш. Чё, решил со мной подраться, да? Вот это вот, наверное, будет интересно. Кто первый-то удар наносить будет? Ты давай. Вот красавец. Говнодон. На-ка. Все, подох. Ой, 40-уровень, тиранотитан, сожрет же. Это ж такой сильный динозавр, просто жесть. Ну, ты как знал. Серьезно? Ну вот за твою ошибку тебя и накажем. Пипец. Надо таким нубом быть. Давай еще все атаки меня попробуй замочить. Ну да, так и будет. Чё? Ты ж дурачок. А теперь смотри, как красиво жрет саркозух. Все. Я охреневаю.
Давай, грузи мне. Чё зависать-то стало немножко? Я уже в хищнике. Ну я даю. Тут у меня еще больше шансов выбить хорошую штуку. Еее, 80 баксов. Вот фартануло. О. Только давайте немножко остынем. Оставим это на потом. Остынем. Нам передых нужен. Так, денежки. Денежки еще, дайте добавку. Теперь-то заплатим. Да, заплатим. Что у меня тут? А, тут я это улучшал. Так, покормить тиранозавра надо. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё так, родной, лагать-то? На, кушай, мой родной. Завтра мы, короче, продолжим, а может и не продолжим. Ну, короче, за то, что я так быстро в хищнике. Или в кого я там? Да, в хищников. Поступило, за это надо лайк. За это надо здоровый, жирный лайк просто. Так. Чё мы тут можем обменять? Оба-на, мясо. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутэмпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео Jurassic World, всем удачи, всем пока!